Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Номер 9, урок 6. Реши уравнение. Что ты замечаешь? Х прибавить 6 равно 84. В данном уравнении неизвестно первое слагаемое. Для того, чтобы найти первое слагаемое, нужно из суммы отнять второе известное слагаемое. Х будет равен 78. Х минус 7 равен 63. В данном уравнении у нас неизвестно уменьшаемое. Для нахождения уменьшаемого мы должны к сумме прибавить вычитаемое. То есть к 63 прибавить 7. Х равен 70. 54 минус х равно 27. В данном уравнении у нас неизвестно вычитаемое. Для того, чтобы найти вычитаемое, мы должны из уменьшаемого отнять разность, то есть 54 отнять 27. Х получается равен 27. Х умножить на 6 равно 84. В данном уравнении у нас неизвестен первый множитель. Для нахождения первого множителя мы должны произведение разделить на второй известный множитель, то есть 84 разделить на 6. Х равен 14. Х разделить на 7 равно 63. В данном уравнении у нас неизвестно делимое. Для нахождения делимого мы должны частное умножить на делитель. То есть 63 умножить на 7. Х равен 441. 54 разделить на х равно 27. В данном уравнении у нас неизвестен делитель. Для нахождения делителя мы должны делимое разделить на частное. То есть 54 разделить на 27. Х равен 2. В уравнениях первого столбика и в уравнениях второго столбика одинаковые числовые данные и результат, но разные знаки арифметических действий и значения переменной. В выражениях с одинаковыми числами неизвестное слагаемое больше неизвестного множителя, неизвестное уменьшаемое меньше неизвестного делимого, неизвестное вычитание, вычитаемое больше неизвестного делителя. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.